Здравствуйте, зрители канала и любители StarCraft. С вами Алексей, он же Crazy Life. В сегодняшнем видео я хотел бы показать новую карту совместного режима, которая будет совсем скоро. Планета в беде. Дело в том, чтобы записать эту карту как можно раньше, для вас специально, я перешел на азиатский сервер, где у меня, к сожалению, не раскачан персонаж, поэтому всю мощь и силу, скажем так, я показать на этой карте не смогу. У нас есть на этой карте замечательный комментатор, лейтенант Моралес, который меня импонирует с игры еще Heroes of the Storm. На форуме очень часто комментарии разыгрывались по поводу того, должна быть она комментатором или нет, есть она там в компании или нет, в общем... Меня особо это не волнует, мне этот персонаж очень импонирует, и я думаю, что вам тоже. Сразу хочу отметить, что у нас есть база, одна база, второй базы нету, поэтому разработчики предусмотрели здесь больше газов, 3, чем нежели на обычной карте, и также больше минералов. В общем, наша задача — охранять нашу базу ночью, а днем убивать вражеские строения, которые порождают зараженных тиранов ночью. Дело в том, что нечто подобное мы уже видели в компании Вола. И, кстати, такая карта есть в игротеке, где мы тоже должны уничтожать, соответственно, зараженных ночью, а днем вычищать его строение, чтобы атаки ночью становились все меньше и меньше. Так как я эту карту играю впервые, то я стараюсь сделать все очень аккуратно. В общем, развиваюсь через форжу и в последующем буду добавлять гейтов, дарков и так далее и тому подобное. Добавляем первую фотонку. Решил выехать пробкой посмотреть, но здесь ничего интересного нет. А чуть выше на хайграунде есть уже как раз таки строение противника, но туда лучше не соваться. Добавляю побольше фотонок. Давайте попробуем поставить темный пилон. Дело в том, что я изначально планировал сделать застройку глухую вместе с темным пилоном так, чтобы противник не прошел на нашу базу. Но забегая вперед, скажу, что эта тема не прокатила, потому что у противника очень много апсов и войска, которые тупо видят инвизные войска наши. Наступает ночь. Мне попался в союзнике Артанис, который построил немножко силков для защиты. Ну а я продолжаю застраивать наш проход фотонками. Я сейчас и не сразу заметил, что здесь увеличенное количество минералов и газа, но это здорово. Не надо заморачиваться над строительством второй базы. Этих мы зовем подрывниками. Они плюются кислотой и взрываются, когда дохнут. Мне не терпится поиграть на этой карте в мутацию, и как только появится мой знакомый в сети, я обязательно попробую это сделать. Сыграю в совместную мутацию именно на этой карте. Вообще, я считаю, что эта карта в плане мутации очень хорошо подходит для Каракса и какого-нибудь второго атакующего персонажа. То есть Каракс непосредственно дефит базы, пока, соответственно, наш союзник развивается ночью, ну а потом идет вычищать строение противника. Добавляю побольше гейтов. Если посмотреть на мини-карту, то можно увидеть ту толпу, которая движется к нашу сторону. Прокачиваем прокси-гейты и запиливаем Twilight. Пока идет ночь, можно спокойно развиваться. Противник вроде как и идет на нашу базу, но не сильно большими толпами. Фотонки, по крайней мере, успевают справляться. А смотрите-ка, спалил фотонку. Давайте вороночкой подконтролим.
И противника становится реально все больше и больше. Давайте призовем дарков. Они сейчас быстро их зачистят. Отлично. С основной волной мы справились. У нас остается еще чуть меньше минутки, и наступит день, когда мы можем спокойно пойти чистить врага. Хотя дарков этих можно послать прямо сейчас в атаку. Мне нравится ваше рвение, командиры, но я советую отступить. Жечь строение безопаснее в дневное время. Продержитесь еще чуть-чуть, командиры. Солнце их убьет. Остались считанные секунды, и мы сможем потом пойти в атаку. Опять же таки, хочется отметить, что если у вас достаточно хорошая армия, то можете атаковать врага и ночью. Но имейте в виду, что вы встретите хорошее сопротивление. Доброе утро всем! Сегодня нам нужно уничтожить достаточно строений, чтобы сдержать заражение. Я отметила вам несколько целей. Я решил сделать немножко сталкеров, чтобы помочь в атаке. Так или иначе, я их все равно буду варпить. Пока у нас нету дарков, пошлем сталкеров. Дарк Шрайн достроился, заказываем грейды. И осталось дождаться, когда откадешатся наши гейты, для того, чтобы уже варпануть именно дарков. Первая партия дарков готова. На базе все хорошо, все спокойно. Аккуратно зачищаем противника. У нашего союзника тоже немного войск, как и у нас, но я думаю, мы справимся. Давайте построим немножко фотонок. Так или иначе, я думаю, что ночью они повойдут как раз таки по правой стороне. Летают упсы, палят наших дарков, но ничего страшного, у нас на это есть свое средство. Темные стражи готовы к высадке. Посылаю вам координаты других построек. Чем больше мы строений уничтожим, тем меньше атаки будут ночью. У врага есть замаскированные войска. Нам нужны детекторы. Осталось еще много очагов, но мы выжжем их все до единого. Давайте поможем союзнику, как раз пойдем в том направлении. Здесь еще и мута есть, ничего себе. Давайте побольше сталкеров. Среди теней. Добавим еще немножко пилончиков, чтобы избавиться от supply блока. У меня на сканере еще один участок с зараженными зданиями. Дарки лихо нарезают противника, тот даже нас и не видит. Ну что, ребят, возвращаемся. Осталось еще немножко секунд, и, соответственно, наступит ночь. У нас уже скопилась почти пачка армии. Этого, я думаю, хватит для того, чтобы отбиваться, с учетом того, что у нас есть еще и фотонки. Соберитесь, командиры. Нужно пережить эту ночь. Еще пилончик сюда. Все, оборона более-менее готова с правой стороны. Можно дарками, наверное, немножко выйти. Да, там летают упсы, но я думаю, что дарки будут справляться быстрее с зараженными, чем те их будут атаковать. Здесь все хорошо, хотя давайте помарикуем, потому что здесь он может пройти в любой момент. Но пока вроде не ломает. Хорошо. Дарки успешно нарезают зараженных.
Заказываем еще грейдочки. А вот и Опсик. Ладно, давайте заберем всю нашу армию. Они умеют летать, так что не расслабляйтесь. Командиры, баррикада под атакой. Вороночка. А это еще что за хрен летающий? Чем-то напоминает опса у зергов. Наверное, это он и есть. Доступны темные стражи. Все-таки дарки — это сила. Спокойно нарезаем противника, даже ночью. А здесь я уже немножко углубился в базу противника. Давайте немножко отойдем. Сейчас мы всей армией наловимся. Я не буду. Во! Вы уверены, что ночь — подходящее время для атаки? Я уверен. У нас отлично получается, вроде как и базу дефим, и противника потихонечку защищаем. Так, давайте, наверное, сталкеров, потому что это воздушный юнит. Да что же это такое? Теперь нас еще и ОМОН атакует. Прекрасно. Ух уж этот чертов ОМОН. Союзник отходит. Хотя вроде у него неплохо получается. Хорошо. Ваши союзники вступили в бой. Командиры, не геройствуйте понапрасну. Если мы не выстоим, всей планете конец. Осталось немного. Остались считанные секунды, и мы сможем спокойно уничтожать противника. Хотя мы и ночью неплохо это делаем. Пора приниматься за работу, командиры. Сегодня нужно спалить достаточно строений, чтобы заражение не прогрессировало. Ну что, продвигаемся дальше. Здесь уже какие-то гибриды пошли. Бесполезные для нас. Дарки их очень хорошо сносят, те даже нас и не палят. В этом районе есть еще здание. Ваши союзники вступили. Давайте вороночку для контроля и в атаку. Особо я не контролю, просто посылаю через заклик, и наши дарки и со сталкерами все сносят на своем пути. Заказываем еще немножко войск, помогаем нашему союзнику. Хотя, с другой стороны, что нам толпиться вдвоем? Он все равно справится. Давайте, наверное, все-таки отступим и пойдем вниз. Ваши союзники вступили в бой. Сейчас сходим как раз на те отметки, которые нам показала Моралес. Уничтожим все здания там. Мы еще не закончили, командира. Еще остались здания, которые надо сжечь. Стада. Посылаю через атаку. Во, хорошо. А здесь также есть Аллюра. Ничего себе. Ну-ка, давайте ее подконтролим. Хотя, собственно, она дарков все равно не палит. Можно было особо и не заморачиваться насчет Аллюры. Мы выжгли почти всю заразу. Пора поставить в этом деле последнюю точку. Здесь союзник совершает такую небольшую оплошность, потому что рядом с ним зараженная база, а он пошел мне помогать. Хотя я очень хорошо исправляюсь без него. Вот смотрите, он пришел мне помогать, а сверху, вот я ему маякую. Типа, зачем ты оттуда ушел? Она же рядом с ним была. Так мы могли бы карту закончить еще быстрее. Оракул ждет
Оракул готов. Сможем палить всю инвизную тему. Вот и зараженные. Придется сдерживать их до первых лучей солнца. Да черт с этими зараженными, у нас такая толпа дарков. Уверены, что ночь подходящее время для атаки. Зараженные через на минуту будут здесь. Похоже, среди зараженных записался Верафак. Надо бы его убить, но сделать это можно только ночью. Давайте попробуем подконтролить его вороночкой. Если вам не удастся убить Верафага, не контролится. Наверняка завтра он появится снова. Такой достаточно жирный парень. Дарки бьют, 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 и все никак убить не могут. Похоже, они решили сравнять баррикаду с землей. Отличная работа, командиры. С Верафагом покончено, и теперь можно приступить к зачистке. Нашего союзника проламывает сбоку, я немножко за него даже переживаю. Давайте ему поможем. Мы не выстояли перед натиском противника. Артанис там, походу, отдался. Так или иначе, мы его базу задефим, так что, если что, пусть он доварпывается. Ну, осталось еще достаточно много шаров, не знаю. Ваши союзники вступили в бой. Уже сбоку идут чертяги. Сверху идут. Давайте зачистим эту местность, потому что у нас войска-то позволяют это сделать. Ух ты, червь Нидуса еще, ни хрена себе. Не геройствуйте понапрасну. Если мы не выстоим, всей планете конец. Я даже не знаю, что с ним и делать. Так или иначе, осталось всего лишь немножко зданий у противника. Сейчас мы их добьем, и, собственно, о черви Нидуса переживать не стоит. Ага, вот здесь еще здание. Нашего союзника там, походу, трепают, хотя и нас тут тоже не слабо. Давайте законтролим это все. Так или иначе, переживать за наши базы не стоит. Еще немножко, и мы выиграем. Амуна помогает зараженным. Эта ночь будет долгой. Ваши союзники вступили в бой. Дарки врываются. И здания легко там умирают. Смотрите, что творится на базе. Жесть. Все, поздравляю, ребят. Ну что ж, вот такая вот карта. Надеюсь, вам она понравилась. Мне так точно. Хотелось бы поскорее поиграть в мутацию на этой карте. Спасибо всем большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.